реалии жизни поменялись. Он стал не нужен. Стал постепенно разрушаться. Сейчас он находится в таком состоянии, что он как будто часть ландшафта, он какой-то, как гора. Мне кажется, вот рисунки, которые я придумала нанести, они дадут возможность этому сооружению жить. Идейный вдохновитель команды Дизарте Саша Милицын, он мне показал фотографию этого вокзала. Они как раз год назад здесь работали с ребятами со своей командой, разрисовывали фасады пятиэтажек. Вот, Саша мне прислал фотку, говорит: «Маша, там такой вокзал в твоем стиле». Вот, я сразу же сделала, там, не знаю, буквально там за 2-3 дня сделала этот эскиз. Я сделала несколько эскизов. Там было две параллельные концепции. Одна концепция — разрисовать это здание так, фасад этого вокзала так, чтобы было ощущение, что это какое-то древнее животное, древний монстр, который наполовину сросся с природой, то ли гора, то ли зверь, то ли скелет. Вторая — сделать из этого здания, из скелета этого здания, может быть, даже храм, какой-то древней, непонятной цивилизации, более высокоразвитой. Ну, я подумала, что фигуры атлантов, которые я хочу тут изобразить, они могут там символизировать горняков, может быть, труд горняков, труд советских людей, вдохновленных идеей строительства светлого будущего. Осенью 1929 года заключенные Соловецкого лагеря специального назначения начали строительство железнодорожной ветки от станции «Разъезд Белый» до апатитовых разработок. И уже тогда, с началом строительства этого участка, руководство заботилось строительством каменного здания вокзала. Строительство началось в 1934 году, выделили 1200 рублей, и планировалось, что здание вокзала, оно будет первым каменным зданием на участке Кировской железной дороги, и это будет самый красивый вокзал на этом участке. А по внешнему убранству и по внутреннему вокзал должен был не уступать ленинградским вокзалам. Куда утрачено былое вот это вот величие этого места? Взоры, которые я показывал, это взор вот этого места, то есть вот отчасти тех людей, которые здесь работали, которые вот истории, которые здесь жили, и сейчас вот эти взоры стен, которые смотрят на прохожих и, ну, отчасти как упрек того, что это, что вы сотворили с этим местом, типа,
Почему вот так вот? Художник, он оперирует образами. То есть, когда музыкант оперирует звуком и воздействует на человека при помощи, вот, ну, соответственно, звуков и воздействует на слух, да, вот так вот будет правильно. Там, писатель с помощью текста, художник с помощью образов. И вот я, соответственно, хочу через образы воздействовать на какую-то вот, ну, на мысли других людей, чтобы человек, проходя мимо, такой, типа, раз так увидел, типа, да, как бы, вот теперь у меня пазл сложился. Появление Санька для меня было сюрпризом. Это был такой подарок от Саши Милицына. Вот, я придерживаюсь в последнее время такой философии, что мы находимся в данный момент именно там, где мы должны находиться, именно с теми людьми, с которыми мы должны находиться, и все, что с нами происходит, это так и никак иначе. То есть если здесь появился Санек, значит, это самое лучшее, что могло, ну, с нами произойти. Ну, мы работали над фасадом, а Саша рисовал в комнатах лики. Причем получилось так интересно, я ему показала эскиз, которого, я не знаю, видел он его или нет. И он такой удивился, говорит, о, у тебя тоже были лица на эскизе? То есть он даже не знал, что на фасаде у меня с правой стороны были изначально лица. Он их просто там сам начал рисовать. Вот, он рисовал их, ну, в своем стиле, ну, потому что это его стиль, он художник. Слав, я вот смотрю на тебя с баллончиком. А вас никогда, вот когда вы записывались, не принимали за вандалов обычно? Конечно, принимали. Даже выливали несколько ведер на меня. Вандализм, наверное, в большей степени разрушает. Ну, специальная агрессия идет. А мы, наоборот, как хотим показать красоту. Наверное, так. Очень много таких стенок, на самом деле. И хочется прям каждую разрисовывать. В каждой работать. Моя жизнь. Я так живу. Без этого, наверное, никак. Без творчества. Хотя, конечно, заказов много, они различные. И можно распылиться на разные заказы. Но творчество, оно, скорее всего, бесценно. Ты просто творишь и все. Несмотря сколько это стоит, не стоит вообще. Просто творишь, отдаешь энергию. Если ты отдаешь, то ты получаешь, наверное, вдвойне. Ну, не обязательно это какой-то денежный эквивалент. Просто это счастье. Я, например, здесь счастлив. Вот я сейчас вот нахожусь здесь, я вот за работой, я счастлив. Вот серьезно. Это может быть пафос какой-то, пафос, но я получаю просто наслаждение от этого. Сколько оно стоит, не стоит, оно вообще это даже не важно. А мы ж воду не взяли, да? Воду? Точно. Ты сходишь за водой? Воду не взяли? Ну, не взяли. Это началось с лета 2018 года в Петербурге на Литейном проспекте. Мы зашли, я завела Славу там в мой любимый двор. И там огромный такой брандмауэр, не знаю, метров 100, наверное, глухая стена. И я подумала, что стена эта очень красивая. Она хоть и такая глухая, но она вся в потеках, вся в плесени, в этих красивых пятнах. В общем, мы решили, что такие стены
Они очень красивые, просто это не все видят, и чтобы зрители тоже, прохожие, понимали эту красоту, можно на этих стенах просто допроявить какое-то изображение. Вот мы выбрали там в тех дворах одну из стен и нарисовали там скульптуру, целующуюся парочку, поцелуй, я не помню кто, античную скульптуру. Вот. Ну, вот с этого началось. У нас схожие с Марией интересы. Нам просто нравятся такие стены, разрушенные, потрескавшиеся. Просто родилась такая идея, может быть, начать изображать на улице что-либо. Вот. Начали изображать, нам понравилось. Это круто, по-моему, когда ты свободен от заказчика. Очень часто лил дождь вот, в это время. Вот, и как-то так начали думать, может быть, как-то назовемся. Вот, и идея пошла от Ренессанса. А, вот, и мы подумали, что два слова соединить будет интересно. Rain и Essence. Как бы суть дождя. Сюда приезжали и уезжали, во-первых, это рабочие. Рабочие, которые ехали с рудника, они добирались до места, там, где они живут, до своих домов, до своих квартир. И, конечно же, отсюда уже с перрона уезжали люди куда-то на юг, например, в отпуск. Если там вот мы за деревьями посмотрим, мы увидим обрушенную гору. Это гора Апатитовая, отрог горы Кукисумчор. Там и начинались первые апатитовые разработки. В 29-м начались вообще разработки на апатитовом руднике. То есть 1929 год считается датой рождения предприятия Кировского филиала, то есть 90 лет предприятию. Там началась вообще вся история апатитовых разработок. В 30-м году уже была построена апатитно-филиновая обогатительная фабрика. Вот, в общем, она вот здесь вот рядышком была, прям на берегу озера Большого Дьявр. И для пассажирских перевозок, для того, чтобы люди могли с рудника приезжать в город, к месту, там, где они живут, или же с фабрики уезжать на рудник, был задуман такой вокзал. Начал носить название Хибиногорск гораздо, ну не гораздо, но чуть позже, чем начались здесь работы. То есть город раньше назывался километрами, то есть был 16-й километр, 18-й километр, 20-й, 25-й километр. У города не было названия. И название Хибиногорск было дано вот в 31-м году, в 34-м году, уже в декабре 34-го года, после убийства Сергея Мироновича Кирова, его переименовывают в Кировск. Первый день, когда ты мне задал вопрос, что может пойти не так, я там мысленно перебрала, что же может пойти не так, ну, может пойти снег, там, может, там, я могу сломать ногу или кто-то, тьфу, не дай бог, вот, ну, могут возникнуть какие-то технические сложности, ну, как бы, они возникли, но, как показывает жизнь, это все в кавычках сложности, трудности, это просто такие происшествия, которые открывают новые возможности. Ну да, у нас отменилась вышка вечером, мы не смогли перевести рисунок проектором на вот высокие эти части. Ну ничего, мы его преспокойно нарисовали днем, без проектора. Возможно, это даже заняло у нас меньше времени.
хочешь ли что-то доказать? Наверное, да. Сможешь ли потянуть такой масштаб? Ты перед какой-то задачей все время останавливаешься и думаешь, надо тебе, ну, как бы, ворвешься ты в него, потянешь, нет? И для меня, да. Ну, здесь масштаб. Хоть я, конечно, во многих проектах различных участвовал, но здесь такой для меня масштаб. Главное, чтобы было интересно. Мне интересно. Я долгое время работал один. Я не любил, когда я с кем-то работаю. А сейчас такое время идет, когда я понимаю вот все, так сказать, фишки, все плюшки вот того, что когда работаешь в команде, то есть взаимодействуешь, коммуницируешь, дружишь с этим художником. В детстве, когда я была еще ребенком, мы с мамой сюда ходили покупать билеты на поезд. Очень помпезно, очень красиво, мрамором отделанные стены. И в целом, конечно, вокзал должен был быть на уровне крупного города, достойного нашего Химиногорска, города горняков Кировска. Вокзал наш многострадальный, и два раза в нем случился пожар. Первый раз это в 96-м году, после того, как здесь закрылась железнодорожная станция и сообщение поездов было прекращено. А второй раз уже в начале 2000-х годов, после того, как вокзал был передан в частные руки, планировалось создать на его базе пивной завод. Но, к сожалению, планам не суждено было сбыться. Трагедия, да, произошла. К сожалению, этот предприниматель стал преступником, и в 2009 году он убил нашего главу администрации и человека, который занимался жилищно-коммунальным управлением, Максимова Гельманзона Андрея, Илью Андреевича. Вопрос о сносе здания стоит до сих пор, потому что здание на балансе администрации не числится, является, наверное, в какой-то степени даже опасным для посещения. Но и население на самом деле делится на две группы. Одни говорят, да уже снесите эти развалины, либо восстановите. А кто-то, и я в том числе, говорит о том, что ну пускай будет он стоять хотя бы в таком виде, напоминая Колизей Римский, чем его полностью снесут, потому что это одно из самых красивых зданий нашего города, построенное известным ленинградским архитектором. Думаю, что ваш проект придаст ему новую жизнь, и это будет одно из самых посещаемых мест нашего города. Кстати, и до сих пор туристы часто посещают наш вокзал, и в социальных сетях, или просто в интернете, на каких-то блогах можно увидеть это здание. Вот это здание вокзала осталось нам, ну вот с советских времен. Эти мои рисунки — это как, ну, своего рода дань уважения нашим предкам, советским людям. Мне не нравится, что целая эпоха, можно к ней по-разному относиться. Мне не нравится, что она вот как будто была, а потом хоп, все мы ее зачеркнули, ну, все, она закончилась. Это, ну, как это, часть нашей истории.
сейчас нет такой какой-то мощной идеи, нет чего-то, что вот объединяло бы людей, поколения. Нет идеи, да, нет. Нет, люди просто живут. Меня вот это, наверное, удручает, потому что это проявляется в том, что многое из того, что сейчас создается, оно какое-то, такое одноразовое, оно какое-то ненастоящее. В нем нет мощи, как вот в этом здании. Слушай, а вот скажи, мне вот просто интересно, работы еще очень много, и ты решил заморочиться вот это вот все сделать. Нафига? Заморочиться? Да. Почему заморочиться? Прет. Прет, потому что. Это интересно. Мне показалось, что в таком интерьере, да, мистическом, можно сказать, да, маскароны тут пойдут как-то. Мне показалось, что это они тут заживут, вживутся. И мне понравилась эта идея. И даже несмотря на то, что и так много работы, мне показалось. Это интересно. Поначалу мне понравилось, но сейчас уже опять начались какие-то терзания, опять начинаешь мучиться, стоило, не стоило, надо было, не надо было, как они смотрятся, и все вот эти вот дела, сомнения. Надо, наверное, их отгонять сразу же. Вот то, что у нее родинка там, это просто так получилось, или ты как бы думал об этом? Мне тоже понравилась эта родинка, и я подумал, что она специально. То есть это именно так я и задумал. Конечно, совершенно ничего страшного, что там это вот выбоинка, естественная. Вот, ну, я так думаю. Получается, у меня образ старца, образ отчасти похожий на икону, образ античной фигуры и выглядывающие лики из дверных проемов. И тоже так же они все имеют свой взгляд. То есть у старца он такой уже более немой, он такой притупленный, со своей историей. Можно сказать, лик иконы, он такой, больше немножко абстрактный, такой пустой. Наверное, даже вот осмысленность, наверное, все-таки имеет какую-то. А у античной фигуры, то есть он уже злой, то есть имеет даже отсылку к греческим богам, то есть, богам, то есть вот к Зевсу. Вот, и то есть каждая вот работа имеет какой-то свой взгляд на окружающих.
Вот, то есть, вот именно эта вот мысль о том, что да, типа, здесь было, и вот сейчас вот здесь вот так стало. Я сделала эскиз и весной его отправила на конкурс в Артмосферу. И как раз, когда была изоляция, я сидела на даче, отрешившись от всего вообще. Мне позвонили из Артмосферы, Сабина Чагина позвонила, говорит: «Здравствуйте, вот ваш проект росписи вокзала в Мурманской области, мы вот выбрали, хотим грант ему дать». Ну, то есть мы сейчас осуществляем этот проект на деньги гранта, который выделила Артмосфера и фонд True Arts. Саша Милицын и вот команда Дизарта, они помогли с тем, что договорились с администрацией Фосагро, нам выделили жилье, нам предоставили подъемник после общения с ростовской администрацией. Какой-то, как это называется? Ну да, это бесконечное удивление. Когда ты разговариваешь с людьми, а это люди. Я не пойму, в чем секрет сопротивления ростовской администрации тому, что я. Ну, тому, что я и единомышленники, потому что мы хотим в Ростове развивать уличное искусство. Я не понимаю, в чем, что вызывает сопротивление, что вызывает неприятие, что вызывает у них страх у администрации. Не могу понять. Может, у нас нет достаточной уверенности в том, чтобы им донести эту идею. Неспроста тут очень много людей, да. Вот. Для людей, которые что-то ищут. Если оно сейчас не приносит пользы, ну вот. Не функционирует. Это не значит, что оно бесполезно. Зачем нужен этот вокзал? Ну, как же? Зачем памятники нужны? Зачем? Они же что несут? Какую функцию? Память? Вот. И это тоже памятник.
Я бы, конечно, бы хотела, чтобы она осталась, потому что это одна из таких исторических точек города. То есть если сейчас нету фабрики, сейчас снесли аварийное здание бывшего дома техники, ну, вокзал, вот какая-то такая историческая точка, она, ну, не знаю, вот, она мне очень нравится, что есть какая-то вот кусочек истории, который еще остался с тех годов. Я думаю, что и как величие страны отражено в этом здании вокзала, так и с этим зданием связаны многие моменты из жизни кировчан. Во-первых, он красивый. Я люблю все красивое, я люблю смотреть на красивое. Почему не остаться этому зданию? Тем более, когда его еще оформили в таком необычном античном стиле. И в целом, наверное, у него есть еще будущее. Нет сомнений в правильности того, что я делаю. Я на своем пути, я счастлива.